Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, вчера был понедельник, сегодня вторник. В понедельник, ребят, я не смог записать, потому что работал. Так что сегодня продолжаем. Так, Лига Мастеров 3 звезды, как вы видите, я сохранился. Так, сюрикены, сплинтер 50, ДНК, ну и 75 платиновых осколков. Плюс здесь награда за Лигу Мастеров. Так, по заданиям здесь забираем с тобой сюрики. Так, дальше у нас бесплатный пак. А что нам там? Змейка Вьюн? Так, точно. Змейка Вьюн нам выпадает. И что теперь? Теперь, друзья мои, нам надо идти на турнирную арену. Как говорится, сегодня не будет быстрого у нас, как говорится, прохода. Но, тем не менее, нам нужно двигаться. Друзья, нам нужно двигаться. Другого варианта здесь и быть не может. Так, сразу же. Ну, понятное дело, 56 уровень против 20-го тут. Даже не обсуждается, всех валим с полтычка. Ну и сегодня докуда идем? Ну, наверное, до лиги сёгунов, но это в лучшем случае, если мы доберемся. Опять же, не факт. Опять же, не факт, что так произойдет. Но постараемся. Так, 18 уровень против 56-х, опять же. Давай попробуем. Чем быстрее мы доберемся, тем лучше будет для нас. Давай массовую атаку, наверное. Сразу же вырубим их. Ну да. Лишь, опять же, только благодаря нашему уровню. Здесь мы быстро побеждаем и проходим. Так, воин 2 звезды. Позиция у нас 56-я. Постепенно, ребята, видите, да? Уровень у нас... Даже не уровень, а... Прохождение немножко уменьшается. Если там почти 100 ступенек взяли, здесь уже будем брать 80. А в следующий раз, наверное, возьмем 60, потом 40. И потихоньку-потихоньку мы скатимся до 10 ступенек. Слушай, 11-11, ну давай хотя бы 11-12, потому что я что-то тут, ребят, нахимичил, что фиг, теперь мне дадут, наверное, 11-12. Да? Сам себе, блин, подзапорол. Ё-моё. Вот, есть, ребята. 11-12, ну что, давай посмотрим, что у нас там. Раз, два, три. Ну, опять же, 56 против 21. Думаю, никаких проблем не должно у нас возникнуть. И разберем их довольно быстро. Я вот массовую атаку применю от Леонардо. И космическим кораблем мы их уничтожили. Так, 11-12, значит, перейдем. Воин 3 звезды, значит, ищем уже 12-13. И видишь, уже 99-я позиция, то есть на следующий ранг мы с тобой не перейдем сразу. Две битвы нам нужно будет сейчас пережить. И только после этого, это в лучшем случае, мы сможем. Если возьмем, опять же, по, ну, грубо говоря, 50 ступенек. Если 50 ступенек проскакиваем, тогда да. Если же не проскакиваем, тогда три поединка нам придется здесь бомбить. Вот сейчас посмотрим, как раз какое место мы займем. Так. Слушай, ну да, две битвы нам нужно было сделать. 12-13, берем вот эту вот команду. Они еще по-прежнему, я смотрю, на 25 уровнях. И у нас по-прежнему пока 4 бойца. До 5 мы не дошли. Бросим бомбочку туда им. Угу. 2 в минус, 2 выжили. Но даже инициатива Хана на 25 уровне здесь, ребята, отстает от нас. Так, ну вот, мы дошли до элиты. И хотелось бы мне получить уже 12-14. Все-таки следующий ранг мы взяли. И почему-то до сих пор 4 бойца. Это в элите, и до сих пор 4 бойца. Прикинь, мы в элите уже должны давно быть на 5-м. Но это если бы мы с тобой, например, делали бы буст. А тут такая фишка, видимо, не прокатывает. Это, дай бог, вот сейчас может быть. Может быть. Дадут нам 5-го бойца. Так, 40-я позиция. 12-14. Давай возьму Зека сюда.
Раз, два, три. До сих пор 4 персонажа. То есть вы хотите сказать, что мы только в следующем ранге получим 5? Или как? Ну, 40 ступенек я же смогу проскакать, интересно. Ну да. Я проскочил. Так, 12-14, по идее, должно быть 13-15. Но опять же, ребята, я еще раз говорю. Есть. Это не буст, поэтому. Вот, вот сейчас только дали 5 бойцов, ребят. И как ты видишь, у них 30 уровень, а мы с тобой, ну, почти 60, 57 это получается. То есть на 30 уровней мы их выше, но. Нафиг я это сделал? А, мы ускорились. Мы ускорились, плюс иммунку повесили на всех. Слушай, ну может быть даже это и хорошо. Так, минус хан. Попробуем. Давай бомбочки бросим. Может быть этого хватит? Ну да. Чем поодиночке, как говорится, их разбивать, лучше массовую атаку сделать, чтобы сразу всех их уничтожить. И с 94-й позиции мы попадаем на 37-ю. 13-15. Ну, здесь можно, ребят, для прикола взять Джастина. Джастин 80. Ну да, в принципе, должен. Он, тем более, сейчас должен ходить первым, по идее. Как самый старший, блин. А, ну да, конечно. Как самый старший. Не забывай, что у Майки-то инициатива все-таки круче. Поэтому Джастин просто уступает свой... За свое место. Видишь? Все Джастины, ой, все Джастины, все Микеланджелы, ребята, намного сильнее и... Никак, не намного сильнее, они намного быстрее, чем тот же самый Джастин 80-го. У них врожденная такая скорость, скажем. Ну вот мы добрались до элиты 3 звезды, теперь нам нужно добраться до сёгунов. Так, 13-15... 13-16, скорее всего, не дадут. Слишком многого мы от них, типа, просим. Ладно, фиг с ним. Уровень уже 35-й, почти 40-й. Но я думаю, все равно еще пока этой командой мы сможем справиться. Хоть мы и немножко, как бы, не, точнее, не сильно от них отрываемся. Так, минус. Давай, бросай свою гранату. Еще один минус. И можно, в принципе, кофемашину подключить сюда. И носорога пробили. Идеальная победа. Другого я и не ожидал. Но продвигаться будем медленно. Так, 43-е место. Ну дайте мне 13-16. Господи, что? Что вам все не так, да не эдак, а? Не, не хотят давать. Я возьму тогда Донни. Так, нам надо будет что? Нам надо будет прокачивать Донателло, да? Ролевого. После этого попросили Алапекс. Ну, я не знаю, ребят. Будем ли мы после Донателло прокачивать именно Алапекс? Может быть, кого-нибудь другого. Хорош. Кстати, Алапекс, смотри-ка, она 58 уровня, ребята, она 58 уровня, Донателло сотого, и она сходила быстрее. То есть у нее тоже инициатива получается офигенная. Ну что, вот и Лига Самураев у нас. Дают теперь 13-16 на постоянной, я так понимаю, основе. Возьму Пиццелицева здесь. Можно было бы, конечно, и без Пиццелицева, но так быстрее у нас поединок пройдет. То есть мы сейчас бросим плюху и... Они все дуплятся. Ну что, бросаем. Так и должно быть. 61-е. Ну вот, ребята, вот мы проходим всего лишь 30 ступенек. Я вам так и говорил, что приблизительно будет. Начинаем со соточки, а потом... Все, ниже, ниже, ниже нам дают кубков. И теперь, как ты видишь, только 30 кубков дают. То есть, чтобы пройти на следующий ранг, нам нужно сделать аж целых 3 поединка. Только в этом случае мы сможем перейти.
три поединка. Это только здесь. Она на следующем ранге еще будет больше надо будет проходить. Так, ну давай вот это возьмем. Тут, в принципе, 70-ники, уже можно никого не менять. Я думаю, своими силами здесь справимся. Но сложно, сложно, конечно, тут ничего не поспоришь, ребят. Усложняется, видишь, Карайка уже не справляется, но Хан, конечно, добьет уже тут. Вот, кстати, можно будет Карайку прокачать. Она у нас, кстати, давно уже стоит. В платиновом ранге она, к тому же, можно будет ее даже, наверное, прокачать. Так, 14-17 уже дают. Ну, давай Рафаэля, например, и Майки. Такая команда, Рафаэль, Майки, плюс Тимати. Тут у одного только массовая атака, это у Карай Змеи. Все. У остальных одиночные атаки. Но Карайка дает, конечно, Джазу. Так, Сплинтер вырубает. И Тимати, сможешь добить его? Смог. По колено, как говорится, чашечки ему дал ногой. И все, ребята. 57 место. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Ну все, тут пару поединков осталось. И этот, да, ребят, до Лиги Сёгунов нет. Даже я сомневаюсь, что мы сможем дойти до Лиги Сёгунов 3 звезды. Какие-то сомнения у меня. Опять же, все дело в персонажах. У нас просто не заканчиваются. Мы еще... Да. Мы еще даже из самураев не вылезли. А вот, ребята, и последние... А, нет, вру. Еще будет один поединок. Что-то я поспешил. Не заметил, что там еще у нас есть бойцы. Думал, что это последний поединок. Но оказывается, что нет. Ну, против маузеров-то, конечно, этим салабонам противостоять бесполезно. Так, а там у нас получается сейчас Супер Шреддер, да, в запасе. Потом, так, все, Самураи 3 звезды. И последний бой. Хотелось бы получить 14-19, но видишь, 14-18 максималка. Бакстер. Раз, два, три, четыре. Ну, слэш у нас будет неотыгранным. Получается так. Ну давай, Рафаэльчик. Да. Одного его и хватило, остальные просто простояли тупо. Ну, вот так вот, ребята. Самурай, 3 звезды и ранг 62. По испыталкам у нас, о, друзья мои, усиление технодрома. Хорошие, ребята, события. Так, здесь у нас прокачивается, не прокачивается, а получается на турнирке просто April. Обычный, скажем так, Support Hill. И пошли тогда на задание. Пройти серию испытаний. В плане чего? Нет, Рафаэль, не надо. Давай так. И вот так сделаем. Ничего сложного здесь не будет, само собой. Как бомбили, так и будем бомбить их. Иммунку он повесил. Он думает, что это его спасет. Нет. Это вас, ребята, не спасет. Иммунитет этот. Это только против заклинаний. Да и то, чтобы не наложить, ребята, этих дебафов. Урон-то они все равно получат, как ни крути. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, боксер. Побежал боксерушка наш. На, сюрикены полетели. Так, ну что, кабан, пора тебе падать. Прекрасно. Так, ну а теперь идем, что? Идем на поиски. На поиски элементов. А именно для Донателло. Кстати, ему уровень можно прокачать? Можно. 74-й.
Так, значит, 11 ноутбуков в Доне нам нужно найти. Как всегда, тут нифига не получается. Еще не одна... Ага, вот, один. Ну, очень плохо, ребята. Ищется, конечно, этот вот ноутбук. Вообще, вообще бред. Кольцо крутости дают, и все. Вот второй только лишь. Третий. Четвертый. Это мне придется, наверное, все, да? Всю пиццу, а ее не так уж и много осталось. Кольцо крутости дают, и все, ребята. Все, пицца закончилась у меня. То есть я не смогу ничего больше искать. Единственное, что здесь награды забирать свои. И все. Да, ребята, больше ничего не могу сделать. В общем, итог такой. Сегодня Лига Мастеров 3 звезды, мы добрались. Сыр пока потратить некуда, а телепортов у нас 171. А сколько у нас откатов? 17. Мало, но пока хватит. Пока своими силами справляемся, мы их не тратим, все нормально. Ну что, друзья, и вот такой вот у нас, как говорится, запоздавший буст. Да и не буст он вовсе, а просто прохождение, опять же, арены. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.